И так не видно. Сережа, нас слышно? Да. Все. Тот, кто не знает еще, пускай смотрит, где делать поклоны. Где только крестное знамение делается без поклона. А бывает, что без крестного знамения отдельно поклон. А на веру начинается, при вере во единого Бога Отца, совершается крестное знамение, а поклон в конце. Это тоже необходимо знать. Это как новобранца учат, как ходить, как что. Сегодня начало Великого Поста. Уже вчера вечером все поклоны земные делаются. Когда считает Господи Владыка живота моего, то три поклона, четыре я делаю. А на остальные поклоны, 12, сделали один земной. Никогда не было так. Все были земные, 12 поклонов. Ну, то есть, вам видно будет, вы на это смотрите. По милости Божией Господь все еще разделал, как мы наметили. У нас батюшка вернулся, совершил молебен, прощенный чин был. Завтра это выставим. А вечером вчера Господь благословил быть в соборе, главном соборе города Барнаула, где богослужение возглавлял митрополит Сергий. И мы там были, все засняли, ролик уже выставили. А другой на улице, когда он вышел, и там немного и поговорили. Можно увидеть. Спрашивают много о посте. Сразу же начали спрашивать. Мы говорим, о посте больше, чем у нас написано, не найти. Это где? На сайте. Просто зарядите православный библейский сайт «Во свете Библии». В Гугле, в Яндексе. Православный библейский сайт «Во свете Библии». И там на главной странице видна книга «К истинному православию». В нее только стоит нажать, ткнуть, и сразу оглавление откроется, и там написано «О посте». Второе – это на нашем же форуме о постах Православной Церкви. Подробно весь год расписан по дням. То есть очень и очень большой материал. Более полного материала даже и трудно найти где-то. Итак, мы заранее подготовились и спросили прощения. Роман у нас уехал по Теряевку с батюшкой. Ну вот мы отдельно тут. Боже, милостив, будь мне грешному, создавай мя, Господи, помилуй мя. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якого истину блажить и тебя, Богородицу Пресноблаженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, родившую и сущую, Богородицу тебя величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Христа, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благ если человека любит. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславно согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Поклоны все земные. Земные – это колени касаются пола, руки не так и не сгибать. Два, вот две руки, 10, это как 10 заповедей. И лбом
Это земные поклоны. А Божью милость уже прочитали так. За молитвы святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. На меня не смотрите, я больше трех поклонов земных не могу. Операции на позвоночнике были, позвоночник сползает. Боже, очисти меня грешника, не коли же благое сотвори пред Тобою. Мы избавим от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаж, ангельскую песнь попием Ти сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвиг мне, если Господи, умы, просвети сердце, с ним и отверзи, во еже петите, Святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, ика его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. А сна восстав, благодарим Тебя, Всесвятая Троица, кому веры Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивый и грешен, не погубил меня с беззакониями моими, но человеколюбствовал, если обычный, и в нечаянии лежащего воздвиг мне, если воеже утренне Ти славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о славе всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петь Тебя во исповедании сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, для извинения дел греховных
вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть облещает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам, и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас. Рассыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Псалом 141. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, и излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли вопли моему, ибо я очень изнемог, избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Господи, услышь молитву мою, внемли моление моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, топтал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминая дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. И избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех дел угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизреченные в милости, ибо Ты сказал, что верующий в Меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня,
да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Ну или хочу спасти меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее. Погиб я, ибо Ты, Бог мой, от чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани мне от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах нашей. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословен ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага же творящего Христа Господня, не оставь нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу на сопротивные даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителя и сродника, благодетеля митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священной Реи, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, весь священнический, иноческий чин и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дай нам еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства и их, наведи страх твой на них, чтобы знали они, что над ними Ты есть Царь царствующих и Господь господствующих. И через них сотвори благое от церкви Твоей, дабы мудрые законы издавали, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Аллилуйя!
Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь, и селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. Пошли добрых жителей, знающих Тебя, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И расширь пределы общины, найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чада их, Валентину, Алексея, подружество. Валентину, Надежду, Андрею, Дмитрия, Олега, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили истину Твою. Аллилуйя! Возри на угрозы врагов, на злокульные уста их закрой их, дабы не вредили делу Божию, и в судный день не помяни их безумие. Аллилуйя! Всех наших благодетелей благослови. Елена, Евгения, Наталья, Владимир, Максим. Посвяти, Господи, болящих, пошли им исцеление, дай силу все перенести. Сергея, Алексея, Александру, Анну, Неонилу, Валентину, Игоря, Акелину, Тамару. И все знаешь, Господи, Василия, Александру. Подай им силу все перенести, быть благодарным Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за радость с друзьями и печаль от врагов. Все это в свое время будет на пользу. Аллилуйя! Это наше сокровище, сайт и форум, все сохранить для многих. И трудящихся, ну, Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Василия, Сергея. Аллилуйя, путешествующих, Раису, Льва. Сохрани, Господи, Тима, Романа. И нас помилуй милости Твоей ради. Найди отступников Николая, Михаила. Ты их знаешь, Владыка. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя. Найди все наше родство и обрати Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьей наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Родителей, служебников и всех православных христиан, сотвори вечную память, вечный покой. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Абба, Отче, свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за день, в который дал Библию святую и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя!
ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Аллилуйя! Добрый мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки вечно от царства Христа Бога нашего. Аллилуйя! Столько лет ты хранила в этой ночи, и благодарю тебя, мой ангел, не прогревайся. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать и никому не завидовать, и каждому дару и жилье. Сергея Гавриил, аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Святитель Христов Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрах и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, и Матфей, Марк, Лука, и Иоанн, да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя, укрепи Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое воспитание. Молите Бога на святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ева, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога, она да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли грехов ничто преврати и обрати к истинной Церкви Христовой. Молите Бога, она святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник, Июния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства ее Евгений, Надежды, 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 Светлана, Мария, Раиса, Ларисы, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галина и Анна. Прими наши молитвы, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Владыка неба и земли, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи Боже, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя.
Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Если у кого возникают вопросы, я подумал, что, может быть, сразу после моления, вот прямо сейчас же, можете задать вопрос. Я кратко отвечу. С миром. Это Рахиль. Да, вижу, Рахиль. Так. Вот я, поклоны земные можно, я прям не вставая уже стала делать. Ну, на коленях стояла, да, можно? На коленях, да? Можно, по возможности. Вот мне, я больше 3 поклонов сделаю, если сразу, то у меня позвоночник сползает, операция там вырезана была между позвонками. Поэтому я не могу больше делать, я вообще пояснение не мог делать. Ну все, гнул себя, и что-то хряснуло, и я опять стал кланяться. У меня там еще 2 грыжи, ну от тяжести, всю жизнь на стройке. Вот такое дело. Как можешь? Можешь? Сидя. Кто-то говорит, Надежде Васильевне, Владимиру, Никите, всем привет. Все. С началом поста. Спаси Христос. Так, сейчас нужно будет, я вас отключу, и потом сразу заходите, кому надо. Мы сейчас будем насчитывать материалы, которые я проводил, тематические занятия в Потеряевке с 91-го года, когда она начала восстанавливаться. Я разрываю этот ролик. И все. Нажимаю. Сергей, если есть, поможет вам.